Я категорически считаю, что космос России нужен. Это часть нашей истории, мы были одни из первых, и наш вклад в освоение космоса просто оценить невозможно. И вот так вот под каким-то предлогом сейчас решить, что это нам не нужно, и бросить, это глупо со всех точек зрения. Во-вторых, моя мечта детства быть космонавтом не прошла до сих пор. И я уверен, что еще миллионы мальчишек и девчонок мечтают быть космонавтами. Хотя это сейчас уже вроде как не так популярно. Но я обожаю все, что связано с космосом, и я бы очень хотел, чтобы... Большие, хорошие новости, что российские ученые открыли, они поступают, но вот что открыли что-то еще, высадились на Луну, и что там увидели какого-то черепаху или там нефритового зайца какого-то, и что и русское приспособление проехало там, и в общем успехи, они, во-первых, дают гордость, а во-вторых, забудем о гордости, забудем, что это Россия. Нашим детям, мы не знаем, вот они будут жить вообще в едином государстве, которое будет называться планета Земля. И если мы вдруг остановимся, мы навредим нашим детям или внукам. Я этого не хочу.